Вітаємо вас. Нещодавно Полтава і Кременчук стали свідками дуже цікавого явища. Коли оголосили про те, що починається набір у поліцію, то дуже багато людей почали приходити і надавати свої заявки. Більш того, Полтава побила українські рекорди. Більше 1500 заявок, у Комсомольську 900 заявок. Ну що ж, так би мовити, старт є, але яке буде продовження? Щоб воно було щасливим, зокрема, в Україні працює консультативна місія Європейського Союзу в Україні з питань реформування сектору соціальної безпеки. І якраз заступник цієї комісії сьогодні в нашій студії. Вітаємо вас у нашій студії, Юг Фантум. Ну, наскільки я знаю, ви трошки розмовляєте українською. Я розумію українську мову, але мені складніше виразити свою думку українською мовою. Але це мова, яка мені дуже подобається. Ну що ж, пан Фанту, месьє Фанту, він француз, але ж бачите, розмовляє як українську мову, але легше російську, наскільки я розумію. Це буде, якщо ви не проти, я не можу вільно спілкуватися українською, тоді я буду продовжувати російською. Отже, російською, на російському мові будемо розмовляти. Пан Фанту, от ваша місія Європейського Союзу, як давно вона працює в Україні? Офіційне початок місії – это 1 декабря 2014 года. То есть не так давно, насколько я понимаю. Почему было принято такое решение? Решили создать нашу миссию по просьбе украинского правительства, чтобы помочь с реформами в секторе гражданской безопасности, цивильной безопасности, украинскому мову. Это концепт, который включает в себе полиция, прокуратура и судебную систему. Вот как раз о полиции я и начал говорить в начале нашей программы, что уже в Киеве, во Львове, в Одессе эта полиция работает. Вы знаете, очень много шума вокруг этого. И тогда создается впечатление, что это какая-то рекламная кампания. Вот ваши ощущения по этому поводу? Мы приветствуем создание этой новой полиции, начиная с патрульной службы. Запуск был в Киеве 4 июля, потом в Одессе 25 августа, и я понимаю, что скоро будет уже тут, в Полтаве. И по первым данным, которыми мы располагаемся, то население хорошо относится к созданию этой патрульной службы. По всяким опросам видим, что доверие населения к полиции благодаря этому поднимается. И эта цель, которую мы преследуем, это снова создать эту крепкую связь доверия между органами правоохранительными, правоохранительными органами и населением. Вот скажите, вы представитель Европейского Союза, вы гражданин Франции. А вот, вот там у вас отношение к полиции какое? В художественных фильмах мы видим всякие случаи. Нигде нет полностью этого доверия к полиции. Могут быть моменты, когда недопонимание, может быть, вы, наверное, видели, что если говорить о Франции, то скоро 10 лет назад были проблемы у нас в пригородах. Как раз из-за того, что в некоторых районах как раз эта связь доверия, эта связь исчезла уже из-за разных причин. Так что поэтому то, что мы хотим продвинуть, это именно то, что на английском языке называется community policing. Это сложно буквально перевести. Это все, это прежде всего философия. Это потом за собой тоже есть техники, разные техники. И в каждой стране можно по-разному внедрить в силу эту концепцию. Но главная идея в community policing – это то, что должен быть диалог между полицейскими органами и населением. Ну вот, скажем, вот очень много сейчас заявок молодых людей, девушек даже, очень их много среди претендентов, которые хотят служить в полиции. Ну,
Возможно, потому что обещают зарплату 8-10 тысяч гривен. Очень хорошая зарплата для Украины. Возможно, они еще молодые, они романтики по отношению к этой профессии, к полицейскому. А вот, скажем, в Европейском Союзе, почему люди идут, насколько это популярно служить в полиции, на ваш взгляд? А возможно, какие-то есть исследования? Знаете, я думаю, что здесь, как в любой стране мира, есть просто люди, мотивация всегда разная у людей, так что мы можем только предполагать, какие у них могут быть мотивации. Но я не думаю, если честно, что деньги, что зарплата является ключевой причиной. Я думаю, что везде есть люди, которые просто хотят, во-первых, служить, которые хотят, что их труд помог своим соотечественникам именно жить в безопасности. И тоже есть интересная работа. Вы сталкиваетесь, что это не работать как канцелярская кресло, я сказал бы, это работа в контакте с людьми. Так что могут быть совсем разные мотивации служить, иметь какую-то разнообразную работу. Вот вы сказали... И тоже быть часть новой инициативы, создать, это не дано всем, именно принять участие в создании нового учреждения. Ну, все-таки, вот вы говорите, это такая новая философия местной полиции, это действительно для нас нечто новое, даже название полиции, мы привыкли к милиции. А вот конкретно Европейский Союз, вот чем он нам может помочь, если не философски говорить? Я не знаю, возможно, даже каким-то оборудованием, возможно, какими-то тренингами и другими. Наша поддержка может быть разнообразна. Наша миссия называется консультативная миссия. Так что в основном мы здесь, чтобы советовать нашим коллегам в плане реорганизации. То, что было раньше милиции, сейчас полиции. Имеется в виду организация структуры, организации рабочей методики и организации ресурсов. Так что это одно. Потом это дать совет о подготовке кадров. И, конечно, мы не одни работаем, мы работаем в тесном контакте здесь евроделегации под руководством посла Ян Томбинский. И через делегацию мы имеем доступ к ресурсам Еврокомиссии и ресурс 28 член стран Евросоюза. Так что, как вы знаете, Евросоюз является первым донором в Украине, и Украина – это первая страна в плане среди всех партнеров Евросоюза сейчас, это страна, которая больше всех получает финансовую поддержку. Так что Евросоюз дает прямую поддержку к бюджету Украины. Так что надо смотреть на нашу миссию, как именно доступ к экспертизе в плане полиции, в плане прокуратуры, в плане судебной системы, экспертизе 28 стран ЕС, и, конечно, тоже доступ, раз мы определили область, где нужна помощь, где нужна поддержка, к разным инструментам Евросоюза. Господин Фанту, ну, я знаю, что вы в свое время были офицером. У вас такая интересная карьера, дипломат, вы были офицером, вы изучали политические науки в Восточной и Центральной Европе, институт такой в Париже, а государственное управление в Гренобле, в Университете социальных наук. Послужили вы на дипломатической службе и даже во времена Советского Союза в Москве, 89-91 год, потом Таллин, 91-94 год. То есть вы, в принципе, нашу ментальность, наверное, немножко знаете, а можно и очень хорошо знаете, постсоветскую, я бы так сказал. Скажите, пожалуйста, насколько она, на ваш взгляд, сейчас мешает тому, чтобы
быстро проводить реформы. Потому что мы очень часто сравниваем, вот в Польше быстро произошло после крушения социализма, а у нас все так медленно происходит. Во-первых, я думаю, что хотя это была одна страна, Советский Союз, все-таки были разные менталитеты. Украина всегда была Украина, так что даже в рамках Советского Союза, наверное, были свои специфики украинской ментальности. Так что я думаю, что это, как всегда, влияет целый ряд параметров. Так что, если вы имеете в виду, конечно, может быть, что в Советском Союзе люди до конца не доверяли, привыкли не доверять госслужбе, в том числе полиции и прокуратуре. Конечно, можно объяснить, что сейчас есть какой-то сложнее, чем в других странах, может преодолеть это какой-то уровень скептицизма к реформам. Mm-hmm. Типа, уже это видели, это, у нас ничего не меняется, вот это. Так что, может быть, уровень скептицизма выше. Но с другой стороны, то, что мы к счастью сейчас наблюдаем каждый день, это энтузиазм. Энтузиазм, и действительно, вы упомянули, что я работал в разных странах подсоветского пространства, а есть чем сравнивать. Я вижу, что сейчас есть реально желание со стороны гражданского общества как-то влиять на курс событий. И со стороны ваших госслужащих, и со стороны правительства на центральном уровне, и со стороны органов местного самоуправления уже ответственность. Mm-hmm. Именно осознают того, что сейчас это исторический момент, который может быть не дважды, будет себе представить, что это решающий момент, который нельзя пропустить. Нельзя пропустить. Но, возможно, это и понимают руководители нашего государства, потому что реформы в сфере права, правоохранительных органов у нас сейчас происходит с таким катализатором иностранным, да? Вот таким ярким примером является, ну, например, губернатор Одесской области Саакашвили, или заместитель генерального прокурора ныне. Вот, скажем, Саакашвили, вот сейчас мы переходим к реформе прокуратуры. Вот сейчас идет отбор в новую прокуратуру, насколько я понимаю, 4 сентября первый этап, они сдавали претенденты экзамены по праву, еще будет два этапа. И вот когда Саакашвили открывал в Одессе этот этап первый, он говорил, что он надеется, что в новой прокуратуре не будут работать люди, которые уже работали в прокуратуре. Он на это надеется, хотя не имеет права участвовать в конкурсе. Вот как вы относитесь вот к такой постановке вопроса? Это, во-первых, мы не здесь, чтобы делать политику вместе украинских политик. Так что я оставлю каждую политику ответственность за свои слова. Мы не занимаемся политикой здесь. Так что просто в рамках существующих законов мы просто здесь, чтобы помочь. И если этот процесс отбор новых местных прокуроров, и наша миссия помогла, мы создали команды наблюдателей, которые активно присутствовали в этом процессе, которые по всей стране, в пяти городах, где прошел отбор, наблюдали за тем, что все произошло нормально. Mm-hmm. Потому что для Полтавы, это в Харькове проходит этот процесс. Mm-hmm. Но все-таки, на ваш взгляд, ну, я понимаю, вы дипломат, вам сейчас трудно говорить, немножко так раскованно, но все-таки вы изучали политические науки, социологию изучали, а все-таки, на ваш взгляд, вот надо ли полностью менять сейчас прокуратуру людей, те, которые раньше работали, полностью их увольнять и принимать только новых? Опять, да, я могу только повторить, что это политические решения, mm-hmm. которые именно это украинским политическим mm-hmm. обсуждают такой вопрос. Мне кажется, что в любой системе есть, всегда работают индивидуальные mm-hmm. люди, что мир не черный и белый, и что есть патриоты везде, есть люди, которые профессионалы везде, так что надо просто, есть всякие, можно опираться на опыт других стран, есть, конечно, разные варианты. В многих странах решили провести то, что называется по-английски vetting, по-чешски люстрацию, так что стараться быть как можно больше
объективный в этом процессе, стараться оценить компетентности, компетентность, честность и лояльность госслужащих. Ну, возможно, немножко вам помогу. Я скажу, что доверие к правоохранительным органам в Украине очень низкое. Это вы знаете, безусловно, и предысторию знаете. Вы тоже работали дипломатом в Украине, по-моему, с 2004 года несколько раз. А вы знаете, что не все верят прокурорам, что это не очень приятное слово даже для украинцев. А вот, скажем, про полицию мы уже говорили, про ее роль в Западной Европе. А вот по поводу прокурора, вот как западноевропейцы относятся к прокурорам, прокуратуре? Насколько это важно для них? Это профессии, как иметь дело или с медициной, или юстицией, все, конечно, всем приятны, когда они могут, как это значит, что в жизни есть уже сложности, когда тебе надо обратиться или к врачу, или к прокурору. Так что это такие профессии, которые должны обеспечить порядок и надо... Очень нужен к ним высокий уровень доверия. Mm-hmm. Есть доверие, это уже везде, могу говорить опять о своей стране, где есть проблемы с финансовыми ресурсами. Что сейчас, когда уровень демократизации повышается, требования народа тоже повышаются. А просто каждая страна может решать для себя, какой уровень именно он может себе позволить. Что, конечно, это хорошо, требует больше, но это уже выделить больше ресурсов для этого. Так что есть вопрос человеческие ресурсы действительно очень важны. Это отбор кандидатов, то, что сейчас, процесс, который сейчас идет. Потом это подготовка или переподготовка кадров. Те, у кого есть уже опыт, те, которые только что набирались. А потом есть вопрос продвижения карьеры. И это невозможно отделить вопрос человеческих ресурсов от вопрос финансовых ресурсов. Потому что тоже, чтобы система эффективно работала, что нужно, что структура была эффективна, что кадры были хорошо отобраны, хорошо подготовлены, а тоже, что ресурсы были там. Даже лучшая организация, лучшие самые компетентные прокуроры или полицейские не могут работать без компьютеров сейчас, без доступа к новым технологиям. И тоже не могут спокойно работать, если они озабочены тем, что, может быть, они не смогут кормить свою семью. Так что это надо иметь глобальный подход к таким вопросам. Ну, у вас какое ощущение, вот такой глобальный подход вы ощущаете, что в Украине, ну, скажем, начался, или он еще впереди? Да, но мне кажется, что начался. Однозначно. Мы в Евросоюзе, особенно в миссии, относимся к категории тех, кто реально думает, что сейчас этот процесс начался, что ваши политики приняли очень смелые решения, и что ведется диалог с представителями гражданского общества, и как раз, что этот глобальный подход существует. Вы знаете, мне приходилось встречаться с моими коллегами из Болгарии, и, по всей вероятности, такая же ситуация в Румынии. И вот болгарские журналисты говорили, что, ну, проблема там с коррупцией тоже, что такие две страны Европейского Союза, где наиболее сейчас коррупция. И Европейский Союз, скажем, вот, действует таким образом. Он направляет в города, в кабинеты, даже к мэрам своих комиссаров, чтобы они помогали, ну, скажем так, мягко скажем, помогали решать эту проблему. Вот. Действительно, вот мышление, скажем, менталитет вот так отличается западноевропейцев на этом этапе, я имею в виду, от мышления постсоциалистических стран, на ваш взгляд? Вы видите в виду отношение к менталитету? Ну том, вот что скажем, что вот еще, наверное, буду более твердо говорить, не мягко, что, скажем, вот нет доверия сейчас со стороны Европейского Союза к своим новым членам, к Болгарии, например, что они сами могут справиться с коррупцией, что им надо помогать им, ну, вплоть до того, чтобы посылать комиссара в определенные города.
Я думаю, что везде это есть... Есть положительный круг или негативный. Как только, например, один шаг сделан, несмотря на то, откуда, какая была начальная ситуация, если уже население видит, что есть шаг вперед, например, сейчас, факт, что в Киеве уже сколько, больше двух месяцев существует эта патрульная служба, люди начинают больше верить. И тогда это как спираль, положительная спираль, которая хорошо направление развивается. Я думаю, что это так. Надо, раз люди поймут, что реально что-то меняется в хорошую сторону, это постепенно будет... ничего не совершенственное, но важно, чтобы наблюдалось движение в хорошее направление. И сам факт, что как раз сейчас строится... полностью возобновляются фундаменты государства в Украине, это открывает очень положительные перспективы. Я скажу, alors, коррупция – это слово, которое широко применяется обо всем. Когда, здесь как только есть взаимодействие между обществом и госслужбой. Так что есть, я думаю, что если строить, если взять строить на хороших фундаментах, госслужбу и государственные учреждения, коррупция не будет, например. Если, я думаю, что коррупция – это, как, скажем, пыль в доме, где хозяйка нерегулярно ухаживает за чистотой в квартире или в доме, который не построен на здоровом фундаменте. Voilà. Если, опять, честно распределю, какие компетентности у разных органов, если кто что делает, это ясно. Если оперативные процедуры четко определены, если человеческие ресурсы высокого качества, значит, хороший отбор, хорошая подготовка, продвижение карьеры и закономерно, это если... зарплата, которая помогает всем нормально кормить свою семью, коррупция не будет на 100% уничтожена. Они есть во всех странах, но она больше не будет помещать какие-то подать гражданам услуги хорошего качества. Ну, да, это все правильно. Там структурные изменения, хорошая зарплата, скажем, сильные государственные органы, это все очень важно. Но еще говорят, что для этого должно быть и контроль со стороны общества, гражданского общества. Вот в этом отношении на каком этапе, на ваш взгляд, вот, скажем, Западная Европа сейчас находится и Украина? Или постсоветское пространство? Знаете, не надо, я не могу говорить о своей стране, о Франции. Нельзя тоже идеализировать нашей стране, потому что сейчас говорят, что, например, если взять какой процент граждан примет участие в выборах, это даже повод озабоченности для наших правительств. К сожалению, уже меньше и меньше, например, если говорить о Франции, граждан примет участие. Значит, что это, как сказать, это гражданское сознание или уже не так в силе. А здесь, мне кажется, что все события, которые произошли, имели такой результат, что все украинцы имеют свое мнение, не пассивные. Они могут быть за, они могут быть против, но меньше и меньше людей, которые говорят, это меня не касается. Все сейчас понимаю, что это их дело, что это не зависит только от кого-то в Киеве, что люди могут влиять на свою судьбу. И мне кажется, что это очень положительный шаг. Ну, сегодня мы в Полтаве, вы в Полтаве у нас тут. А по всей вероятности у вас были какие-то встречи, если можно об этом. Да, конечно. У нас была сегодня утром встреча с губернатором, потом с региональным прокурором, а потом с начальником региональной милиции. И ваше впечатление о том, что в Полтаве? Очень положительное впечатление из-за того, что наши коллеги, я здесь только сегодня приехал, завтра
вчера вечером. А коллеги здесь уже 2 недели, и они говорят, что они здесь как-то имели очень открытие собеседников, которые были готовы без неформально говорить о сферах пленарной дебуши и делиться информацией, как то, что мы хотим делать, это не дипломатические встречи, где очень формально общаемся, но как раз между коллегами, где мы откровенно говорим о своих трудностях и говорим, что у нас в Европе тоже есть свои, и мы не хотим навязать какую-то систему, даже нам, для нас более сложно, поскольку нет нормы в плане цивильной безопасности, есть best practices, как лучшие практики, но нет нормы, в отличие от того, что существует, допустим, в плане РНК, чтобы открыть рынок, там есть очень строгие юридические нормы, а в том, что касается полиции или юстиции, есть разные опыты. А так что то, что мы хотим делать, это причина нашего присутствия здесь, это лучше понять, какая ситуация, какие потребности, и потом стараться вместе с украинскими коллегами придумать предложение, чтобы улучшить систему. Ну, всегда имея в виду интерес граждан. Это философия, это не... Это просто понятно. Вы тут однозначно для того, чтобы улучшилась наша правоохранительная система, была спокойно на улицах наших городов и сел. Вы вообще рискуете гулять поздно вечером по украинским городам, кстати? Alors, у нас есть в нашей миссии правила безопасности, но, конечно, мы особенно сейчас в Полтаве, конечно, ближе к зоне АТО, у нас есть особенные меры безопасности, но здесь, конечно, мы и в Полтаве, тоже наши коллеги скоро поедут в район, и мы себя чувствуем в совсем какой-то безопасной ситуации, скажем так. Мы не думаем, что есть особенная угроза для нашей жизни или даже для нашего имущество. Ну что ж, спасибо за ваши интересные ответы. Дуже вам вдячний за те, що ви завітали до нашої студії. Будемо чекати і на наступну зустріч. Я лише нагадаю шановним глядачам, що місьє Фанту, він заступник голови консультативної місії Європейського Союзу в Україні з реформування сектору соціальної безпеки. Дякую вам ще раз, дякую вам за увагу. До побачення.